Продолжение получила история с обвинениями сельского акима в избиениях все той же в Карагандинской области. Ранее 54-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении в лифте. Она уверяла, что аким села Пионерская ее избил, а в доказательство продемонстрировала синяки. Однако административный суд не нашел в действиях мужчины состава правонарушения. Учитывая презумпцию невиновности, о том, что любые сомнения толкуются в пользу лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, принял решение о прекращении производства. Экспертиза показала, что синяки на теле женщины появились за несколько дней до конфликта в лифте. Более того, аким и его обвинительница оказались сватами. Дочь акима, Диана Галимова, была замужем за сыном женщины. Девушка рассказала, что 2 июля она написала заявление на мужа за побои и подала на развод. Его осудили на 10 суток административного ареста. А 5 июля свекровь, по словам Дианы, приехала к ее родителям домой и спровоцировала конфликт, а потом попыталась оклеветать ее отца. Очевидцем скандала стал сосед семьи. Он выступил в суде в защиту акима. Теперь оправданный чиновник намерен выдвинуть сватье иск о клевете. Они оклеветали моего отца. Это была своего рода провокация. Я жила на протяжении 2 лет вот с мужем своим Аблаем Нурсултан. Это является сын Ибраевой Марьяш Смагуловны, которая подала якобы заявление на моего отца. Я написала на него заявление, потому что в течение 2 лет, на протяжении 2 лет он меня постоянно избивал.